ребята, всем привет. Решил второй день поехать покататься, потому что классная солнечная погода. Я уже приехал в центр, в Аркадию. Сейчас нахожусь где 10 апреля. На кругу, получается. Вот сзади меня там памятник. Погибшим солдатам. Сегодня у нас погода такая же самая, как и вчера. Сегодня 8 ноября. Плюс 15 тоже. Я подумал, почему не выехать, потому что через неделю обещают 0 градусов, вообще там похолодание уже. Я решил поехать покататься еще раз. Хочу сегодня заснять, получается, вот 10 апреля, поснимать, что здесь находится, и заехать в Парк Победы, поснимать там еще. Там тоже интересный у нас парк большой, городской. Много людей гуляет там. Там у нас как типа озеро большое сделано, там у нас летом лебеди плавают, разные утки. Вот у нас тут такие новостройки, целая куча. Троллейбус ездит. Это у нас, я сейчас стою посреди, на кругу. Вот там вот целая куча новостроек в Аркадию. Вот это магазин. Типа сити-центра, короче. Там большой магазин-супермаркет и магазины одежды разные. Вот это наш памятник 10 апреля погибшим солдатам в Одессе. И получается, если ехать в ту сторону, то это, получается, дорога возле парка. Вот здесь вот парк сразу находится, вот он, Парк Победы. А если в эту сторону ехать, то, получается, я еду в центр. Если вот сюда дорога, то я еду на Французский бульвар. Сюда на Тенистую, получается, а сзади меня это в Аркадию. Вот впереди бело-голубой дом, называется Атлантик. А сзади, там дальше, вот видно пик деревянный. Это называется дом Корона. Так, вот это вот прямо дорога, это, получается, идет в город. Вот у нас вход в Парк Победы. Это типа главный вход возле 10 апреля. Я вот сейчас нахожусь здесь памятник. Go!
These are